Добрый день, дорогие охотники и рыбаки. Сегодня поговорим про такой пневматики немецкого фирмы. Как разобрать и делать ремонт поршня и вот часть закрывания затвора. Калибр 4,5 мм. Ну, ружье было в очень плохом состоянии. Я тут суперклеем клеил, тут точил, потому что вот эта часть, когда не открывался, вот здесь они ломали, потом переделал, уже вот эта часть не хватало, чтобы полностью заряжать ружье. Вот, все заряжено. Ну, сейчас покажу, как без выстрела, холостого выстрела, спускается спусковой механизм. Открываем полностью, сжимаем крючок, курок и медленно отпускаем. Все. Взвод нету. Сейчас буду разбирать ружье и показать, как легкостью снимать пружину. Снимаем первый шуруп. Они сбоку выкручены. И вот это шуруп, и это снимаем. Ну, это не можно, но это обязательно снимать, потому что это связано с ружьем. Часть поршня. Ну, не поршня, но связано. Все. Вот здесь, смотрите, точил дерево, чтобы полностью открывался. Так, приступим к второму разборку. Надо снимать вот это шуруп обязательно, потом выкрутить это. Но это надо чуть аккуратно снимать. Смотрите, один маленький нюанс есть, что вот эта часть без открывания затвора не выходит. Смотрите, уже уперся, не выкручивается. Обязательно надо открывать ствол, пол, не заряжатель, вот так. И свободно выкручивается. Все, без этого, вот этого шпильку не сможете снимать. Потом снимаем и вот это вот так. И все. В чем был проблем? Проблем был здесь. Вот это язычок, который закрывает и открывает ствол. Вот здесь был плавный шуруп. При выстреле он шатался, ослабился, и вот это язычок вот так поворачивался, и ствол не открывался, не закрывался. Что я делал? Сейчас это тоже разобрал. Принес отвертку. Сейчас прикручу и покажу. Вот такой шуруп взял с пружинной шайбой. Когда кручиваешь, он плотно держит и не ослабляется при выстреле. Вот этот флажок тоже надо снимать, чтобы вот этот язык выходил. Обязательно пальцем держите, потому что внутри пружина есть, может лететь пружина. Вот, смотрите. Про что я говорил, вот эта фаска, вот
шуруп вот так держит при работе. Когда вот это не был такой шуруп, он ослабился, выкручивался, и вот так язык поворачивался лево и право. И был, что ствол не могли открывать, ну, усилиями, слава Богу, что ствол не ломали. Еще есть тут маленький нюанс, как с легкостью снимать пружину. Сперва надо снимать вот эта пружина. Вот. Это не нужно отдельно ставить, потому что это очень крепкие пружины, а это чуть слабый, чтобы не мешал. Вот. Потом здесь есть отверстие, где с прикладом шуруп он держит. Это надо полностью скрутить. Скрутить полностью. Вот так. И с легкостью плоскогубцами вот так сжимать. Там есть фиксатор, держит пружину и полностью не выходит. Сейчас покажу. Снимаем шпильку курка, который держит курок. Все. Снимали. Это курок с задержкой, который держит пружину, потом привистрелен. Так делает, и пружина выходит из боевого взвода. Смотрите, пружина внутри. Как потом снимать? Вот если это сниму, пружина выходит свободно. Снова плоскогубцами сжимаем так, чтобы мы могли крутить шуруп. И медленно опускаем. Все, можно снимать вот эту часть. Это где держит боевой взвод. Вот, вот так он работает. Сейчас покажу и пружину, и поршень. Это пружина. А это поршень, но тоже не очень хорошее состояние. Смотрите, тут уже надо менять. Вот когда вводите, он вот так держит. При нажатии курка он вот так выходит и делает выстрел. Ну, в принципе, я хотел показать, как надо делать, чтобы вот язык не поворачивался. И как разобрать пневматику, ну, тир, так сказать, и воздушку. Ну, кто как говорит. Сейчас обратно соберу и покажу, как надо собирать ружье. Снова берем вот эту часть и эту часть. Должен вот так совпадать, чтобы вот этот прямой был. Вставляем. Уже я снова говорю, что очень плохое состояние было. Потом пружина. Вставляем. И эту часть. Снова сжимаем до вот этого отверстия и все, держится. Надо чуть еще крутить, место неудобно. Все.
Все, пошли, смотрите, вот эти отверстия почти вместе. Так легко ставить шпильку. Палец, так сказать. Смотрите, он уже внутри. Вот. Вставляем вот таким. Курок. Сейчас. Даже пальцы выходят. Тут уже чуть-чуть. Надо поправку делать и слегка ударить. Можно и так. Так, не зашел. Все. Тут надо чуть, чтобы выходили из фаски, чтобы здесь фиксировался и не шатал. Потом снова снимаем и снимаем шуруп. Все. Остается ставить пружину. Здесь есть место для пружины. Все, смотрите, пружина на месте, работает хорошо. Потом вставляем язык. Оп, оп, оп. Это металлический часть. Он тоже есть свое место. Вот так надо ставить, чтобы шуруп держал фаску. Чуть пальцем снимаем. Можно шуруп вставить, потом. И оп, смотрите, вот что получилось. Вот прошло, я говорил, чтобы пальцем обязательно держать язык фиксатор, чтобы не летел. Слава богу, там трава не было. Работает нормально. До упора. Вот не получилось. Вставляем вот это открывающий замок, который открывает ствол. Тоже работает нормально. Потом сперва вставляем вот здесь эту фаску, эту часть, часть взвода, который взводит механизм. И тоже снова в полуоткрытом части вставляем вот эту шпильку. Если ее закрыть, невозможно ставить вот это или снимать шуруп. Все, закрываем полностью и вставляем шуруп фиксатор. Это надо чуть снимать.
Сейчас будем проверять, как работает. Открывается хорошо, закрывается тоже. Все, взводим. Все, взводится. И проверяем, как работает спуск. Стреляет хорошо. Сейчас будем собирать полностью. Вот этот флажок обязательно, чтобы здесь пыль не засыпался. Все, ребята, ружье собрано, можно снова пробовать, как работает. Открывается нормально, без усилий. И вводится полностью. Делаем выстрел, холосты. Все. Так можно и менять пружину, менять поршень. Ну, ремонт делать при усилии, как возможно. Ну, поршень не работает хорошо, ну, давление небольшое, поэтому не стреляет, не хорошо стреляет. При дистанции уже 10-9 метров пуля вот так весит вниз, скорость небольшая. Ну, кому интересно, попробую стрелять, виверку делаю, ну, здесь нету виверочной. Лево-право не делает, только вверх-вниз, это шкала, ну, тут есть до 35 метров. Тут 15, 20, 25 и 30-35 метров. Метр, как у автомата. Вот так регулируется. Фиксируется, а здесь фиксатор есть. Здесь. Это немецкое ружье, хорошее ружье, но не хорошо. Кто не понимает про ружье, они ломали его, я переделал, чинил и сдам владельцу. Подпишитесь на мой канал. Хочу сказать, что с ружьем не надо играть. Были случаи, что выстрелы были. Всем пока, удачи, доброго охоты вам.